Сотни метров ограждения реки Сочи, берега укрепительная стена, поручни, балясины – все вскоре засияет новой краской. В последний раз набережную приводили в порядок до Олимпиады. Но тогда проводилась полная реконструкция. Косметического ремонта здесь не было давно, а потому объем работ солидный. На несколько этапов мы разбили работу. Первым этапом это у нас от улицы Московской до Ривьерского моста. Обе стороны реки красим, выкрашиваем. Вторым этапом будет верхнюю сторону, сторону гор. Набережная реки – любимое место не только для прогулок и отдыха, но и самовыражения художников-графистов. Стена была расписана там, куда дотянулись руки с баллончиками краски. Кроме того, берега заросли травой и даже кустами, поэтому прежде чем к работе приступили маляры, вдоль русла прошлись с газонокосилками. Над стенами тоже придется потрудиться, чтобы придать им ровный оттенок желтый песчаник. Сложная поверхность, потому что неровности. Приходится закрашивать краскопультом. Обычным валиком такие поверхности не закрашивают. Чтобы обновить парапеты от улицы Московской до Краснодарского кольца, потребуется около 2 тонн краски и 10 дней. Рабочие дают гарантию, вне зависимости от погоды и осадков, следующее обновление набережной потребуется через 5 лет. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.